Всем привет! Вы находитесь на канале «Крипто. Будущее для всех». Меня зовут Иван. У меня нет, к сожалению, пока телеграм-канала, поэтому на него подписываться не нужно, но есть Инстаграм. Ссылка под этим видео, можете подписаться, там я выкладываю все, что считаю нужным, ну и немножко о своей жизни. Сегодня хочу познакомить вас с таким проектом, как Tron Thunder. В переводе означает «Гром трона». Я совсем недавно зашел в этот проект. Проект, на мой взгляд, достаточно перспективный. Зашел я сюда 12 числа, сегодня 15, получается сегодня третий день, как я сюда зашел. Ну и вот есть небольшая презентация, с которой хочу вас познакомить. Ну а дальше пройдем в личный кабинет, покажу вам поподробнее, как все выглядит. Ну и как все презентации, это тоже начинается с того, кто основал этот проект. Это мистер Жан-Пьер Радемайер, находится он в ЮАР. Ну, на самом деле проект основан не так уж давно, где-то в июле месяце. В октябре он выпустил свои токены, насколько мне известно, ну а в ноябре он зашел на рынок России. Поэтому мы с вами находимся практически в самом начале. Я думаю, что стоит зайти в этот проект. Забегая вперед, скажу, что вход в него доступен практически каждому. Это ни в коем случае никакая финансовая рекомендация, это просто, ну, такие мысли вслух. Я зашел, я вижу, как он работает, и сейчас покажу вам. Ну, здесь, как обычно, легенда. Что, как, почему, чем они лучше всех остальных. Ну и вот преимущество, например, написано, да? Безопасность и надежность. Ну, безопасность и надежность, не знаю, относительное понятие. Да, кошелек один, на который все приходит, с которого все уходит, нет никакой путаницы, никто никуда не пересылает дополнительно никакие деньги. Но это не смарт-контракт. Здесь есть один только плюс в том, что у админа нет кассы, с которой он может уйти. Бесплатные токены, да, они начисляются при покупке пакета, но пока они нигде не залистили ни на какой бирже, и их приблизительная цена – это цена трона. Легко начать? Да, в принципе, здесь я согласен на 100%. Начать очень легко, достаточно иметь кошелек, на котором у вас будет трон в сети TRC20. Ну, в принципе, и все. Даже не важно, это будет у вас с биржи проходить транзакция, либо с кошелька, любой доступный вам способ. Мгновенные выплаты, да, мгновенные выплаты это тоже 100% так. Я уже делал две выплаты, сегодня видео покажу вам третью. Приходит буквально в течение нескольких минут. Простой в использовании, ну действительно, это очень простой и доступный личный кабинет. Все понятно, все в принципе, ну большая часть информации, которая вам нужна будет, она находится на главном экране, не надо там по вкладкам куда-то переходить, заходить. Вот поэтому в использовании, да, действительно очень простой. 100% прозрачность. Ну, прозрачность 100%, мне кажется, нет ни у одного проекта, в том числе и у этого. Что здесь дальше у нас идет? Ну, это вам приводят для примера биткоин, эфириум, в том числе трон, ну и свою монетку. Они позиционируют, что она, то есть, повторит какой-то, может быть, успех одной из этих монет. Но вряд ли, я думаю, она повторит, например, там, действие эфира или биткоина. Но здесь цели проекта, так называемая дорожная карта. Пока, честно говоря, ни одной из этих целей не достигнуто, ни на третий квартал, ни на четвертый квартал. Естественно, исходя из этого, у них есть цели на первый квартал следующего года и второй. Поэтому, ну, будем ждать. Народ очень сильно интересуется этим проектом. Очень много достаточно людей заходят сюда. Заработать в этом проекте может каждый, это однозначно. Ну, а дальше предоставлены пакеты, какие есть. То есть минимальный пакет Silver 400 трон стоит. 400 трон это 30 небольшим долларов на сегодняшний день. Самый дорогой пакет это пакет Ruby за 1200 трон. Я купил такой пакет, все мои 4 реферала тоже купили такой пакет. Дело в том, что до 1 января при покупке такого пакета вы попадаете еще в Рубиновый клуб. Я дальше расскажу, что это такое поподробнее, какие он дает преимущества. Здесь это не указано, но по сути это так и есть. То есть, кто купил до 1 января, тот при покупке вот этого пакета, тот попадает в Рубиновый клуб. Распределение фонда – это куда распределяются деньги при покупке пакета. То есть, все остается в проекте. Это самое главное. То есть, никто никуда не уходит, нет никакой админской кассы, повторюсь. Никакие деньги не уходят налево, они все остаются внутри проекта. В этом есть большой плюс. На этом все могут заработать. То есть, неважно, пригласили вы рефералов, не пригласили, вам рандомно дается определенное количество рефералов. Ну, вообще их 20 сверху, 20 снизу. Но если вы купили, например, самый маленький пакет, вот такой, за 400 трон,
то тогда получается из ваших 40 рефералов будет работать только 24. Да, они будут у вас 40, но получать вы будете только с 24. А при покупке вот такого пакета, самого большого, все 40 рефералов будут работать на вас. То есть 1% от выплат каждому из рефералов будет капать на ваш кошелек. И система как здесь работает? Здесь каждый человек заходит под каждого. То есть все люди, которые приходят, они выстраиваются в одну линию, так называемая живая очередь. Но здесь это немножко по-другому работает, намного лучше, чем обычная живая очередь, как в других проектах есть. Но смысл, в принципе, тот же. То есть вы, первый, второй, третий, четвертый, пятый, и так до бесконечности, они все будут под вами, кто следующий заходит. Так, ну здесь можете остановиться поподробнее, кому интересно будет посмотреть сами. То есть смотрите, как только активация реферальных уровней, как только вы позвали хотя бы одного реферала, у вас автоматически открываются 4 уровня. Ну, здесь, в принципе, прописано, да? То есть одного партнера 4 уровня, от двух партнеров 5 уровней, от трех и четырех партнеров одинаково 6 уровней. И от пятого партнера реферального у вас уже открывается 7 уровень. Вот видите, будет уже 7 уровень. Ну, здесь подарки. Подарки я покажу тоже в личном кабинете. Они у меня есть. От всех моих 4 рефералов я получил 4 подарка. Подарки там по 80 трон. Их всего 20 подарков. То есть, если вы пригласите 40 человек, подарков все равно будет только 20. Ну, здесь дальше как работает MLM-система. Про ранги. Ну, в принципе, тоже можете остановиться, посмотреть сами. Вот как раз тот самый рубиновый клуб, в который вы попадаете при покупке большого пакета. Вот видите, за 1200 трон. До 1 января, напомню. Все люди, кто попадает в рубиновый клуб, получают небольшую, ну, выплату роялти. Она сейчас на данный момент составляет чуть больше 4 трон, ну, примерно 4,5. То есть те люди, которые не попадают в этот клуб, они этого, соответственно, не получают. Либо люди, которые купили пакет после 1 января. Они этого, но этих выплат получать не будут. Ну и, в принципе, здесь написано, что вывод с проекта Трон происходит 50 на 50. 50% идет вам на кошелек, 50% идет либо на апгрейд вашего пакета, если у вас меньше, чем за 1200 куплен, либо просто уходит в проект обратно и распределяется на всех пользователей. Ну вот, в принципе, и все. С презентацией закончили. Итак, после регистрации и покупки пакета у вас откроется вот такое окно. Обязательно перед тем, как выберете пакет, сверху будет указано, ну, в принципе, в инструкции там все прописано, сверху указано будет ID, ваш номер, который будет привязан к этому проекту. Здесь как раз вход нужно сделать будет по нему, не забудьте его переписать. Ну и ввести пароль. Естественно, у меня это все уже есть. Вот мы прошли на мой личный кабинет, так он будет выглядеть. У меня пакет за 1200, поэтому здесь все зелененько. У вас будет либо 400, 600, 800, 1000 и 1200. Вот. Открывается сразу же ваша реферальная ссылочка, которую можно будет копировать, ну и отправлять своим партнерам, друзьям, кто хочет зайти в этот проект. Здесь VIP-статусы, как раз о которых я говорил в презентации. У меня пока не закрыто ни одного, но надеюсь, сегодня либо завтра это случится. Ну вот видим здесь награда сообщества 45 долларов на данный момент, в тронах 519 трон. Это награда, которую я получил за тех 40 рефералов, которые мне рандомно назначил сам проект. У каждого будут эти рефералы, 20 человек снизу, 20 человек сверху. Кому-то, возможно, очень сильно повезет, и, например, в 20, ну, в ваши 40 человек попадет один, например, сетевик, который будет очень хорошо качать этот проект, и чем больше он будет выводить, тем больше вы будете зарабатывать. Я знаю такие примеры, когда у некоторых людей, то есть вот такой случайный реферал попался, сетевик, и вывел уже больше 80 тысяч трон, соответственно, и сам человек, у которого этот реферал, заработал неплохую сумму. В принципе, я тоже, когда добавил 4 рефералов, уже отбил больше половины своего депозита. А сегодня всего третий день я в проекте. Ну, дальше реферальная награда, это как раз за тех людей, которых я пригласил. Рубиновая роялти, вот это тот, те награды, которые получают люди, кто попадает в рубиновый клуб. Ну и всего общая награда, сколько всего заработал, 135 долларов. Вот как раз те монетки, которые достались бесплатно. В принципе, если они залистятся, это будет очень хорошо, и можно дополнительно заработок получить. Если не залистятся, в принципе, мы ничего не потеряли, потому что но нам они достались бесплатно. Вот непосредственно 4 реферала, которые у меня есть. Ну и вот те самые 40 рефералов, которые рандомно выделяет мне проект. Вот я нахожусь, секундочку, вот я нахожусь, и вот 20 снизу, и вот 20 сверху.
Тут видно, какие пакеты они купили, когда они активированы, сколько они выплачивают. Ну, смотрите, у меня, например, посмотреть, если да. То есть, вот кто-то 319, например, трон уже получил, да. То есть, соответственно, с этого 1% я получаю. Вот 341, вот 519 человек. Видно, что он, наверное, скорее всего, какой-то сетевик качает. У него явно не один реферал, потому что у меня 584 выплата было. И это 4 реферала. Ну, есть и по нулям, конечно, у некоторых пока еще, возможно, они не заходили, не снимают. Здесь даже есть на 1200 два пакета по нулям. Ну, всякое бывает. Может быть, люди потеряли пароль, может быть, они ждут, когда поднакопится побольше. Но я вам скажу, лучше выводить, как только появились деньги, минимум 100 трон можно выводить. Как только они у вас появились, выводите, потому что чем больше у вас проходит транзакций, тем больше люди зарабатывают. Соответственно, Соответственно, если каждый будет выводить, ну, как можно чаще, то каждый будет зарабатывать. Ну, здесь указана моя линия. У меня все в первую линию, во вторую линию и третью пока нет. Ну и вот как раз награды. За всех моих 4 рефералов я получил 4 награды. Я их скрыл, всего 20, видите, как я и говорил. Ну и в принципе, сейчас попробую снять деньги, покажу вам, как быстро это приходит. Нажимаем «Изымать». То есть, видите, вся сумма, которая готова к выводу, делится пополам. 50% уходит обратно в проект и 50% уходит мне на кошелек. Нажимаем сюда. Все, вот все мои транзакции, которые были проводились. Кошелек я использую Tron Link. Вы, в принципе, можете использовать любой кошелек для пополнения. Даже, в принципе, можно прямо с биржи. С кошелька биржи пополнить. Главное, чтобы была сеть TRC20, не забывайте. Ну, команда, понятно, здесь посмотреть можно список, посмотреть рефералов, кто кого пригласил, у кого какой ID в том числе. Кстати, если ваш реферал, например, купил пакет, но не успел записать свой ID, то у вас он высветится, вы можете посмотреть и ему сообщить для входа в проект. Награды. Ну, реферальное вознаграждение, это все, в принципе, видно на главной страничке. Токен, ну токен пока ничего не работает, могу вам сразу сказать, купить, история раздачи и так далее, здесь пока ничего не работает. Ну давайте вот нажмем. Ну и вот пока я вам все это показывал, уже слышу, что транзакция завершена и мои деньги на кошельке. Сейчас постараемся зайти на кошелек, покажу вам, что да, действительно эти деньги уже пришли. Видите, здесь это пропадает графа, где было написано, сколько денег я могу списать. Ну сейчас зайду на кошелек и покажу, что они пришли действительно мне. Ну и вот те самые 194 трона. Вот видите, 12.15, 12 часов, 8 минут, 12.09 сейчас на часах. Все, деньги на кошельке. В принципе, вывод, как и говорилось в презентации, моментальный. То есть, ну, буквально несколько минут, и все, денежки уже пришли. Ну все, ребят, на этом я, наверное, закончу. Кому будет интересно, пишите комментарии. Я всем отправлю инструкцию для того, как войти в этот проект. Подскажу, не стесняйтесь, можете спрашивать, задавать вопросы. Подписывайтесь на Инстаграм, спрашивайте там. Ну а вам всем удачи, пока-пока и большого профита.